более молодые люди, особенно вот население крупнейших городов, они умеют обходить цензуру. И там действительно отношение к войне и понимание того, что происходит, оценки этого совершенно различные. Но основная масса населения, одобряющего, это люди пожилые, в основном жители сельской местности, малых городов, отчасти средних городов, зависимые от государства и не имеющие других источников информации о происходящем.